вами Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать бомбезное видео. Как сделать двойника или тройника. Короче, очень много себя. Лучше посмотрите мой пример. Видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наши видео, или обычная камера. И я вам покажу, как это можно смонтировать в Кайнмастере и в Ghostlands Art. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Опустим вниз и выберем двухэкранный коллаж. Перевернем камеру, подстроим. Теперь нажимаем на часики и ставим где-то 20-10 секунд. Сколько вы хотите. Я поставлю, скорее всего, 10. И теперь таймер 5 секунд. Снова нажимаем на часики и включаем. Так, я не нажала, еще раз нажимаем. Пять, четыре, три, два, один. Другую часть. Один. Так, давайте перекинем, потому что я закрываюсь. Бэкс. Yes. Еще раз. Нужно сейчас поправить свет, потому что когда я стою, тень падает туда, и потом будет видно переход. Сейчас я поправлю. Ну вот, вроде бы поправила. А теперь все хорошо. Саша, сядь. Ну вот, вроде бы поправила, теперь все хорошо. Тени нету, а теперь можно снимать. Включаем. 5, 4, 3, 2, 1. Вторую часть. 2, 1. Вот, а теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вау, получилось очень круто, поэтому нажимаем Next. На стрелочку Save. And Sharp. Нет, не сейчас. И на зеленую кнопочку. Вот и все, наше видео загрузилось. Вернее, не загрузилось, а сохранилось.
У тебя очень круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня лайкосик! И смотрим видео второго лайкера! Вау! У тебя нереально круто получилось! Продолжай в том же духе! От меня огромный лайк! На этом все! Я думаю, видео вам очень понравилось! И оно было вам очень полезным. И вы снимите подобное видео. А когда снимите, пишите хэштег Снежана Снежок и хэштег Хочу видео Снежаны. Я вас найду и лайкну. Всех люблю. Пока-пока.